Уважаемые ветераны, дорогие тулики, уважаемые сотрудники органов государственной безопасности, мы все с вами готовимся встретить 70-летие Великой Победы. И готовясь к этому великому мероприятию, проводя реконструкцию Тульского Кремля, сквера Тульского Кремля, вместе с сотрудниками органов ФСБ по Тульской области появилась очень хорошая идея установить памятник. Обсуждая вот эту великолепную идею, у нас появилось дополнение. Мы посчитали, что Тульский Кремль и сквер Тульского Кремля достойны иметь свой вечный огонь. Сегодня мы с вами закладываем основание памятника органам, сотрудникам органов ВЧК, НКВД, ФСБ России, где будет установлен вечный огонь. Огонь, который никогда не будет затухать. Такой памятник будет единственный в своем роде. И хочу сказать, что создается он не на бюджетные деньги, создается он на пожертвования ветеранской организации ФСБ, создается он на пожертвования сотрудников, действующих сотрудников Тульского управления, на пожертвования туликов. Очень хорошее начинание. И я рад, что сегодня присутствую здесь на вот этой процедуре и наши ветераны, и действующие сотрудники, и просто молодые люди, люди, которые через свое сердце будут нести память. Память о наших отцах и дедах, людях, которые сохранили для нас нашу великую Родину. И вот такие искорки памяти должны гореть в каждом сердце. Сердце тулика, сердце россиянина. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Тульской области, Днем города-героя Тулы. Всем вам здоровья и успехов. Спасибо.